когда родить успела мать? Я сама не знаю, вот у этого спрашивай. Я говорил с экзамилом, поаккуратней будь. Нам придется устроить свадьбу. Грузинскую свадьбу. Ты нормально себя чувствуешь, Наташ? Можно я потопаю, потому что я чувствую себя плохо. У меня глаза красные и температура плохо поднимается. Вам не надоели устаревшие лаунчеры для Майнкрафта с сомнительной репутацией? Мне надоели. Так что предлагаю попробовать тебе новый лаунчер под названием K-Launcher. Отличительная черта лаунчера – это бесплатные HD, скины и плащи, современный дизайн сайта и лаунчера, система уровней и достижений, за которую вы будете получать денежное вознаграждение. Для любителей модов в лаунчере есть более 100 тысяч различных дополнений. Переходи на K-Launcher со своего старенького лаунчера прямо сейчас и получай бонус при регистрации по промокоду KL2023. Ссылка на K-Launcher будет в описании ролика. И помни, что игра с устаревших лаунчеров небезопасна для твоего здоровья. Ну а вдруг? Дай крейт! Ты что? Нафиг ты в меня залазишь! А чё с ним? Зачем? Господи! Что происходит? Почему меня кнут? Кто на башке у тебя бьёт? У тебя на голове бьёт! Енот на башке! В смысле енот там? Я просто... Я своего друга посадил тебе на голову, я думал, ему там удобно. И он меня бить начал. Все, пойдемте туда. Нет, кое-что другое, наверное. Так, пойдемте туда. Фу, кошмар. А женщины-то прибежали, не прибежали? Нам бы еще один обелиск найти, чтобы телепортироваться. О, скелет на пауке. Право. Как бы не забывайте то, что нам еще шмотки надо со старого дома забрать. Хотя на самом деле у нас там шмоток как бы особо и нет. Хочет... Ну все, помоги! Прощай. Помогите! Ура, ресурсы! Ура! Да не бей его, его! Я тебя спасу! Не бей! Ща! Я его спас! Нет! Нет, 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 не делай этого! Ну зачем? Ну ему 10 раз... Ему забирайте ресурсы просто, забирайте. Это ресурсы Бишки. Ты обидел моего брата? Это ресурсы Бишки. Он у него своровал... Ай, жопы приставит! Чекай взор. Мелкий засранец, получай! Капец, у него тут ресурсов моих. Ты куда бьешь? Он находится тут. Вот роли на руке. Эдуард, смотри, время, смотри. Посмотри время, Эдуард. Что? Где роли? Роли, роли. Ага, вижу, вижу. Сколько показывает? Показывает... Где мои ресурсы? Я не где знаю, они? У Бишки спроси. Бишка вернулся. Они, да, они, верни, они, верни, вот, вот, ресурсы, вот, вот ресурсы. Вот ресурсы. Еду броню, ну верните. Не, ну серьезно, что ли? А как бы, да, собаку надо забрать, самое главное. Верните. У меня собака дома живет. Ее надо сюда пере... Что, кто какнул с неба? Ее сюда надо будет переместить. Верните ресурсы мои. Отстань от меня, броню. Пожалуйста. Отстань от меня. Как говорится, в большой семье клюнул... Не клюй. Это из-за тебя я сдох. Верни мои ресурсы. Как говорится, дай мою броню. Я говорю, как говорится, в большой семье экзанил клювом не щелк. Ну, что ты, верни мои ресурсы. Я тебя спас. Верни мои. Я его ресурсы забрал. У тебя броня моя. Да я убью. Моя броня. У тебя моя броня на башке. Это хочешь прикол? Нам бы за женщинами. Вот этот вот дом. Что? Уже Стасик заняла. Там Стасик написано. Вот мой лут. У кого? Хватит его обижать, Эдуард. Так а что он мне орёт в ухо без конца? Так, подождите. Я к себе домой. Мне надо второй раунд этого конкурса провести. Подожди. Что? Это я к себе домой иду, Эдуард. Вот уже Стасик заняла. И только попробуй. Ну что? Пошли домой, Экзанил. Нет! Я ресурсы твои хочу. Да у меня ресурсы твои, блин. Да что ты так? Иди обратно, выйди. Чужой дом! Может, ты голем у... Я вышел! Что ты что сделал? Всё, ты навсегда... Я своего друга позвал, Эдуард! Ты навсегда будешь заключён в этом замке, как принцесса. Как принцесса, да. Не смогу выйти, потому что меня голем будет убивать. Отлично, шикарно. Это что из-за клайпа? Что тут дети? Что тут дети? О, кстати, привет. Что тут делал? Да. Привет, через ушей. Енот. Призыв женщин ко мне в башню.
Удобно было бы на самом деле. Что тут происходит? О, Эрдолин! Здорово! Здорово! Смотри! Здорово! Я сдохла от его лапы! Я и выйти, выйти, выйти! Нам дом нужен, нам дома нужны! Давай, давай, пойдем, пойдем, пойдем! Да что ты, блядь, ты моё! Можно дом, мы обустроим Сумах, а то прям очень устали, дом, капец, давай, и это... Подожди, подожди, вы выйдите, тут столько балагана, я ничего не понимаю. Еще раз, что? Можно мы по домам обустроимся? Да, так все, да. Отлично. Вы, конечно, с дороги. Муа. Вот, вот наш вейпоинт, на него можно будет потом телепортироваться, это обелиск, но пока нельзя. Вот. Все, вы прям герои наши. Да. Привет. Как он меня бесит, это кошмар. Нет, нет, нет! Я пошутил! Я пошутил! Я пошутил! Клайд, я пошутил! Иди отсюда! Ты что сделал? Обратно блоки верни туда! Блок! Я верну! Собака! Я верну! Я верну! Я верну! Иди верни! Блоки верни! Кошмар нафиг! Да он на голове, успокойся! Кто орёт? Пришли женщины, кошмар, вот тут что-то нафиг наделай. Больше не разговаривай. Тебе хана. Тебе хана. Нет! Прости! Прости! Я же это мой дом, я его пометил! Нет! Пометил! Я его пометил! Пометил! Я тут написал, как собака, помоги, в самом начале! Помоги, помоги. А тут ничего. Нет, нет, я уйду реально! Я вещи забираю и ухожу! Я реально, я уношу свои ноги! Я уношу! Вот и унес. Как бы, ты тоже! Мао! А? Вот именно, а? Я теперь на спавне. Так тебе и надо. И забирай, лутай его вещи. Забирай все. Забирай. Какие-то появились. О, давай, давай. Роли на руке. Роли на руке. Кучи, роли. Что-то времени много. Погнали отсюда. Опа, нифига. А в котел можно лаву было складывать, да? Все это время, оказывается. Да, тебе рассказать, что в этом доме. Это вообще там мой дом. Я был главным жителем в этой деревне. Я и тебя сейчас убью, как Клайпа, житель. У тебя 3 секунды. 2. 1. Я тебе просто покажу, где что. Да, ты хорошо понял. Вот сюда сложить изумруды, чтобы никто не своровал. Сюда книги сложить, чтобы никто не своровал. Сюда железную кирку на шелковое касание, чтобы никто не своровал. Сельеварочку вот куда-то вот сюда. И сундук. Сундук пускай где-то будет вот здесь. Надо бы здесь потом все осветить. Я как будто бы звуки где-то чьи-то слышал. А! Вот. Да кто там? Каш, ты ходячая, нафиг ты дом мой оккупировал. Верни обратно хату. Эд, срочно. Срочная весть. Господи. Я сейчас уйду отсюда. Срочная весть. Вот сейчас она, сына, доделаю зачарку, отойдите, пожалуйста. Дайте я зачарку доделаю. Ты понимаешь, это сына, она их заняла. Да господи, дайте я доделаю зачарку и все делаю. Ты когда родить успела, мать? Я сама не знаю, вот у этого помнишь, спрашивай. Помнишь, в Казахстан поехали, они там, короче, успели, видимо. Я говорил с их заделом, поаккуратней будь. А ты... Да в смысле я? Это он во всем виноват! Есть у кого-нибудь лазурит? Он что-то говорит? Я не понимаю его вообще. Нам придется устроить свадьбу. Что? Грузинскую свадьбу. Игзанил, иди отсюда, пожалуйста, ради всего святого. Все. Это ой, сюда, я это сюда. Я профессиональный житель. Гостит лазурита. Тебе, кстати, не нужен житель? Рабов. Так это твой сын! Он дерется, Ашан! А, ну оставь здесь тогда. Я его буду воспитывать. Я его себе... Ты видишь у него кинжал в руке? Да, кстати. Вижу. Он боевой.
Оставь здесь. Оставь. Тут можно 30 уровень чарить. Вот. У меня второй сын дома, ты о чем? Ну оставь одного мне. Ай, господи, он дерется! Шмот. Ну ладно. А за что? А почему я-то? А он типа охотник получается. Нифига себе, он добычу нашел, дичь вот это вот. Ну ладно, в целом как бы... Да, второй сын у меня дома, он поспокойнее, слава богу. Эх, ну хорошо. Это у тебя есть 30 уровень? Не, откуда, Стасик? У меня 20. Блин, ну мне кирка на удачу выпадает. У меня нет, 20 только. Надо было из дома забрать эти котлы, через которые можно передавать опыт друг другу. Жареный сом. О, я никогда сома не кушал. Снежок, роза визера, нифига себе. Так, вот это бы забрать и куда-то переместить бы в другое место, потому что, по сути, мне тут... Опрос! Я не сильно отвлекаю вас. Я опрос сделаю. Можно я потопаю, потому что я чувствую себя плохо. У меня глаза красные и температура плохо поднимается. Давай, конечно, Наташка, иди отдыхай. Всё, давай. Давай, целую, обнимаю, давай. Ты нормально себя чувствуешь, Наташ? Голова кружится. А что такое? Да иди отдыхай. Иди отдыхай. Я чё, просто думала, что это срочно. Да нет, иди отдыхай. Все, давай с тобой. Все, топай.